Тяжелых случаев на производстве стало больше, заявляют в областном управлении Департамента государственной инспекции труда. И речь не только о пьянстве, как первопричине таких несчастных случаев. Переработался. Кому неизвестно такое ощущение, но на производстве такое состояние чревато последствиями. Правоохранители расследуют дело, когда водитель сельхозорганизации Амкадор Шклов уехал в рейс и умер в дороге. И не только потому, что болел. Это был водитель, который выехал в рейс, но вместе с тем, вот при выезде в рейс не было ни предрейсового медицинского осмотра, не было организовано проведение медицинского осмотра периодического. Кроме того, этот гражданин он был уже пенсионного возраста, и права были действительно только при наличии справки о прохождении медицинского осмотра как водителя. Такой справки тоже у него не было. То есть она закончена, и он не прошел фактически медосмотр как водитель, но был допущен к труду. Но когда государственные инспекторы копнули глубже, оказалось, у водителя сотни часов переработки. Фраза «мертвецки устал» в данном случае как никогда оказалась кстати. Анализ рабочего времени в течение истекший период до момента смерти рабочего времени, отработанного этим работником, показал, что у него переработка уже была порядка 700 часов. То есть, естественно, это тоже содействовало, способствовало, создало те условия, что работник, выехав на работу, в общем-то, прямо на работе умер. Если уже такие случаи стали происходить, может быть, нанимателям стоит быть более снисходительными к своим работникам. В департаменте напоминают, требования к режиму рабочего времени на предприятиях никто не отменял.